Председателю территориальной избирательной комиссии номер 61 Волкову Александру Игоревну и депутату муниципального образования Купчина, заместителю главы муниципального образования, руководителю движения «Молодая гвардия Единой России» Маликову Александру Сергеевичу. Добрый день, Владимир Ильич. Мы рады всех жителей Благодарного Кутина, всех детей, всех тех, кто удалось обрежить из таковые инвестиционные. Сегодня мы достойны чести вручать вам эти памятные награды. Мы очень рады видеть вас перед звездой на нашей земле. Мы рады, что вы совершили этот подвиг. Настоящие сложные времена. Мы очень рады, что есть те, на кого мы можем равняться. Ваша героизм, ваша стойкость является примером для всех жителей России и для жителей всего мира. Спасибо вам большое. Низкий вам поклон.